Шалом, шаббат шалом, шаббат 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 шалом. Субботний мир, Господний мир, шаббат 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 шалом. Аллилуйя. Доброе утро, братья, сестры, дорогие друзья церковной реформации. Шаббат шалом всем вам. Всем святым радоваться. Еще говорю, радоваться. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Сегодня суббота. Был вечер и утро, как написано в Библии, да? И был вечер, и было утро, день седьмой. И вот был вечер шаббата, да. Библейский день начинается с вечера. Вот, не с полуночи, там, не с утра, а вот именно... С вечера до вечера. Поэтому с вечера, да, мы начинали как раз шаббатствовать. Начинали субботу. Праздновать День Господний. Субботу, при том, в традиции народной еврейской и религиозной традиции, очень уникальные субботы. Субботы утешения. Шаббат нахаму. Суббота утешения. Это после 9 ава, после воспоминаний всех тех трагедий, которые постигли наш народ, разрушение храмов и многих других бед несчастливых, межтеснин, вообще весь период вот, истории нашей, да, еврейской, весь период от 17-го Тамуза, да, до 9 ава в традиции мы называем межтеснин. Потому что как бы в тесноте такой, как вот, ну, как в песне то поется, помните, да? В тесноте моей я Господа возвал, Господу возвал. В тесноте моей я Господа призвал. И вот в тесноте, да, мы действительно вот, ощущаем больше, наверное, вот этой вот потребности в Создателе, в Боге, в нашем Отце. Вот, и... В такой нужде, как вот Евтушенко писал в свое время, помните, в окопах атеистов нет. Это правда, действительно. Как в Украине здесь говорят, як тревога, так до Бога. Вот действительно, когда тесные обстоятельства, теснины, то к Богу человек, даже если он далекий от любой религии, от любой традиции, даже если он себя атеистом называет и хорохорится, и в грудь стучит себе, и говорит, что он атеист, атеистыч, атеистовский. Но все равно, когда теснота, когда межтеснин, то человек просто взывает, самое сокровенное открывается в нем, и он взывает к тому, кто создал его, к Творцу своему, к Отцу своему. Да, слава тебе, Господь. И вот после воспоминания всех этих трагедий, постигших еврейский народ, после 9 ава, суббота следующая, мы ее называем субботой утешений, шаббат нахаму. И вот я знаю, что сегодня, да, суббота утешения, суббота, когда мы действительно утешены утешителем. И в этом утешении, этим же утешением, которым Бог нас утешает, утешаем и других людей. Как написано в Писаниях, утешайте, нахаму, нахаму, то есть утешайте, утешайте народ мой. Аллилуйя, слава тебе, Господь, слава тебе, Господь. Аллилуйя. И самое великое утешение для народа Божьего какое? Для любого народа, для любого человека. Какое утешение? Спасение, жизнь. Аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава тебе. Слава, слава, слава. Шаббат нахаму, суббота утешения. Утешитель наш, Дух Святой. Поэтому этот шаббат, он посвящается, конечно же, да, герою нашего времени, Духу Святому, потому что Он здесь, Он с нами. Иисус говорил, что Он уйдет, но пошлет Утешителя. Утешитель, Дух Святой, Он сейчас здесь. Слава тебе, Господь. Спасибо, спасибо. Спасибо, Господи, спасибо. Аллилуйя.
Шаббат Нахаму, суббота утешения, суббота утешителя. Спасибо, спасибо. Для нас, новозаветных верующих, евреев, неевреев, для всех, кто чтит Библию и Нового Завета, и живет в Новом Завете, одним словом, в этой благодати купается, ключевым таким местом из Писания является вот знаменитый Иоанна 3:16. «Шалом, дети любви», Светлана пишет, да, «Шалом, дети любви». Да, мы дети любви. Когда-то пели, помните, да? «Мы дети галактики». Но на самом деле дети любви мы, дети любви. «Мир Божий всем братьям и сестрам». Александр тоже пишет, Александр тоже, «Мир Божий». Приветствую, кто подключился, да, благословляю всех вас, друзья, братья, сестры. Доброе утро, кто подключается. Шаббат Нахаму, суббота утешений сегодня нас. Аллилуйя. И ключевым местом Писания Иоанна 3:16 является, где сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Аллилуйя. Аллилуйя. Отдал самого себя Бог, Царь царей, Господь господствующих. Аллилуйя. Отдал самого себя за нас. Шаббат шалом, тоже и Арсений подключился. Аллилуйя. Рад прочесть. И уже как бы слава Богу, что вот интернет дает возможность такую, даже находясь в разных городах, разных странах, да, вот, но быть на связи, слава Богу, вместе молиться. Вот это тоже некое подобие такое Духа Святаго, значит, да, отображение. Человек, он тоже творец, создан Творцом и тоже создает такие прекрасные, удивительные вещи. Вот, ну, конечно, ни один интернет не заменит реального Духа Святаго. Общение в Духе Святом. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. И сегодня, в этот утренний час, не только выхожу сейчас в трансляцию, здесь, на Ютубе, в интернете, даже не сколько здесь, сколько в Духе Святом сейчас, со всеми святыми, со всеми боящимися Бога по всему лицу земли, прославляю Творца, Бога богов, Господа господствующих. Аллилуйя! Благословен Бог наш, и благословено Царство Его, Царство Божие, пришедшее в силе. Благословен Творец, Отец наш, благословен возлюбленный, и благословенно Царство любви Его отныне и вовек, отныне и вовек. Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, благословено Государство Бога Небесного, Царство Небесное, Царство Великое, благословенное Королевство Твое. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, слава Тебе, слава, слава, слава. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь. Благословен Бог наш отныне и вовек. Аллилуйя. Шаббат шалом, субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат нахаму. Шаббат нахаму. Шаббат нахаму. Шаббат нахаму. Шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, Господь, шаббат шалом. Субботний мир,
Господний мир, шаббат, 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 шалом, шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, 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 шалом. Субботний мир, шаббат, шалом, шаббат, шалом. Поздравляю тебя, Господь, с этим твоим днем. Поздравляю тебя, ты творец всего видимого и невидимого, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя твое. И это твой день, святой твой день, я поздравляю тебя. Ха. В этом временном потоке, в этом временном измерении, в котором мы живем, Боже, спасибо тебе за временное измерение, спасибо тебе за сотворенное тобой время. Боже, спасибо тебе, Господь, за все. И в этом времени, в этом потоке времени, прекрасном потоке времени, удивительном потоке времени, есть памятник твоему творению, твоему творчеству, есть печать твоего творения, есть печать Творца в творении. Спасибо тебе, Господь, это замечательно, это прекрасно, это восхитительно. Благословен ты, Господь, создавший все, видимое и невидимое, видимо-невидимо. Ты все создал, это Господь, слава тебе. И в этом тварном мире, видимом мире, это удивительное таинство совершается, слава тебе, Господь. Приветствую ангелов, Господних, посланников Всевышнего. Да, эту песню. Приветствуем вас, ангелы, посланники Всевышнего, ангелы Господни. Приходите с миром, вестники Всевышнего, ангелы Божии. Шалом алейхем, Малахей Ашаре, Малахейон, Мимелех, Малахей Амлахим, Акадош Баруху. Пребывайте с миром среди нас, ангелы Всевышнего, посланники Божии, и уходите также с миром, ангелы Всевышнего. Приветствуем вас, ангелы. Спасибо тебе, Господь, спасибо за род человеческий, за род ангельский. За языки человеческие и за языки ангельские. Спасибо тебе, Господь, за миры человеческие, нации, народы, племена, расы. Спасибо тебе, Господь, за народы ангельские, разнообразные. Слава тебе за херувимов, за серафимов, за ангелов всех твоих. Слава тебе, Господь. Слава тебе за все расы человеческие, и азиатов, и африканцев, и европейцев. За всех, спасибо тебе, Господь. Все народы, все племена, да восхвалят тебя, Творца, Бога, отныне и вовек. Слава тебе, Господь, слава тебе. Все творение твое возносит тебе хвалу и славу, Боже всемогущий. Слава тебе, слава, 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 слава и хвала. Слава Агнцу Божьему, слава Утешителю. Аллилуйя. Слава, слава Агнцу Божьему. Слава, слава Агнцу Божьему.
Аллилуйя! Возвеличен Ты, достоин славы всей, велик наш Бог на троне. Поем Тебе хвалу из сердца своего, велик и славен наш Господь. Слава, слава Агнцу Божьему. Слава, слава, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Агнец на престоле, слава Тебе, Господь. Все народы и все племена прославляют Тебя, Творца. Все народы и все племена восхваляют любовь Твою, восхваляют милость Твою, утешение Твое. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Ибо так возлюбил Бог мир. Спасение, всеобщее спасение, о котором в Библии гадательно и загадочно, таинственно и таинственно говорится. Раскрывается уже 2000 лет это таинство веры. Христос в нас, упование славы, таинство спасения всеобщего. Спасибо Тебе, Господь. Ты действительно хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аллилуйя. Слава Тебе, слава Тебе, слава, слава. Благодарю Тебя за эту субботу. Да, и вас всех поздравляю тоже, братья, сестры. Свою семью благословляю, вас и ваши семьи, всех, кто подключился, подключался. Благословляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Благословен Бог наш, благословен Господь. Шаббат шалом, субботний мир. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Субботний мир, шаббат, шаббат, шалом. Субботний мир, шаббат, шаббат, шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шаббат шалом. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Господь, Боже всемогущий. И преображение наше, преображение каждого из нас в Тебе, в Твоем Духе Святом, преображение всей Церкви, всего тела Твоего, Царства Твоего всего от Тебя, наш Король, наш Царь. Господь, от Духа Твоего. Кто Духа Твоего не имеет, тот и не Твой подданный, не подданный Твоего королевства. Но, Господь, Ты избавил нас от власти тьмы и сделал нас общниками света Своего, Царства Своего наследниками заделал. О, спасибо Тебе, Господь! Слава Тебе, Бог великий, Бог могучий, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, аллилуйя, аллилуйя, аминь, аминь. Да, друзья, и сегодня, о, благодаря Бога за все, благодарю Его за всеобщее спасение. Благодарю за тело и кровь святую, Его тайну, за таинство Его, тело и крови,
за то, что он на Голгофском кресте 2000 лет назад он отдал свою жизнь за жизнь мира, за жизнь всего мира, каждого, за всех и вся, за всех и вся. Поэтому мы, когда молимся, да, в литургии красивые слова есть: «Твоя от твоих, тебе приносящий, а всех и за вся». Спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, Господи, спасибо, спасибо. Благодарю тебя, Господь. Хлеб из земли ты дал нам. Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли. А наипаче благодарю тебя за хлеб, пришедший с небес, сошедший с неба, от тебя с небес. Есть хлеб, который вырастает из земли, а есть хлеб, который произрастает с неба. Есть хлеб, который выходит из земли, вначале как росток, в котором нет ни вида, ни величия. Да, он кажется ничтожным, кажется лишь маленьким стебельком. Но однажды этот стебелек растет, растет, он превращается в прекрасный золотой колос на нем. И зерна, дающие жизнь нам, людям, в нем. И ты также пришел с неба, вначале как росток из сухой земли, просто росточек. Боже, но однажды ты стал действительно хлебом жизни. И для нас, верующих, ты хлеб жизни. И для всего мира ты хлеб жизни. Благодарю тебя, Господь, за все. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы, земной лозы. Благодарю тебя за лозу земную, благодарю тебя за плод земной лозы. Это прекрасный плод. А наипаче благодарю тебя за плод небесной лозы. Благодарю тебя за лозу небесную, за милость и благодать твою, о великий виноградарь. Благодарю тебя, Господь, за жизнь вечную, дар твой во Христе Иисусе Господе нашем. Аллилуйя, слава тебе. Слава тебе и хвала. Слава тебе и хвала. Слава Агнцу Божьему. Слава Утешителю, Духу Святому. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Отныне и вовек. Тело Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. Аллилуйя. Ты есть слава народа своего Израиля. Ты есть свет, просвещающий все народы. Иешуа Машиах, Иисус Христос, слава тебе. Слава тебе. Причастие совершаю сегодня, таинство это. Евхаристия, хлебопреломление. Боже, и благоставляю великое имя Твое, великий Бог Израиля. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Тело Христа, кровь. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. О, спасибо, спасибо. О, спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Благодарю, что свободу мне дал,
Что за меня жизнь свою ты отдал? О, спасибо! Иисус, спасибо! Господь, спасибо! 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 Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо, родной, спасибо, мой брат и друг мой, спасибо, мой искупитель и Господь, спасибо, мой царь и мой Бог, спасибо, спасибо. Лехаим за жизнь, всего мира ты отдал свою жизнь. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Кровь Христа омыла меня, кровь Христа исцелила меня, кровь Христа освободила меня. Аллилуйя! Кровь Христа спасла меня, кровь Христа благословила меня, кровь Христа оживотворила меня. Аллилуйя! Слава и хвала за кровь Твою! Слава и хвала, мой Бог и Царь! Слава и хвала за кровь Твою, Иисус Христос. Аллилуйя, аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Аминь. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Благодарю Тебя, мой Бог. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, о Дух Святой. За все я благодарю, я Тебя, Господь, люблю. Я Тебя, мой Бог, люблю и за все благодарю. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою.
Благодарю тебя, Отец, благодарю тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. Я тебя, мой Бог, люблю. Я тебя, Господь, люблю и за все благодарю. За жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю, я тебя, Господь, люблю, я тебя, мой Бог, люблю. И за все благодарю. Аллилуйя! Слава тебе, Господь, за субботу утешения. Спасибо тебе, Господь, спасибо за все. Братья, сестры, и действительно, вот, как я говорил в начале сегодняшней трансляции, обращаясь к вам, что сегодняшняя суббота, она в традиции, и народной традиции, и религиозной традиции, называется субботой утешения. Шаббат Нахаму. Шаббат Нахаму. Шаббат Нахаму. Шаббат Нахаму. Шаббат, шаббат, шалом. Аллилуйя. Шаббат Нахаму. Суббота утешения. Суббота утешения. Утешитель. Аллилуйя. Аллилуйя. И если 9 Ава, да и вообще и раньше еще, от 17 Тамуза до 9 Ава, но особенно, конечно, кульминационно эти размышления, наши рассуждения приходятся на 9 Ава. Мы вспоминаем многие трагедии, постигшие народ Божий, да, народ Израиля, но в первую очередь, конечно, мы вспоминаем трагедии разрушения храма. Трагедия разрушения храма. И первого храма, вот, и второго храма. Вот так вот совпало, что как раз Его Величество Случай, вот, говорят, это псевдоним Его Величества Господа Бога. Вот, и действительно так и произошло в одно время. Мы вспоминаем потому и разрушение как и первого храма, так и храма второго. Но для нас, новозаветных верующих, самым великим утешением является то, что мы живем в эпоху третьего храма. Великий третий храм. В своей славе он уже превзошел все то, что знало человечество до того. Уже на сегодняшний день превзошел. И я уверен, что еще в большей степени еще превзойдет. Потому что слава этого храма, она еще большая, чем слава последних этих храмов, предыдущих храмов. Слава Богу. И этот храм созидается уже на протяжении 1989 лет. Почти два тысячелетия. С того самого момента, когда Иисус на кресте и Иешуа Машиах Христос воскликнул: «Свершилось! Свершилось искупление рода людского! Свершилось наше спасение! Кровь божественная пролилась на землю грешную!»
да и до того. Это был момент рождения царства. Был момент рождения церкви Бога Живаго, который есть столб и утверждение истины. Рождение каждого из нас, каждого святого верного чада Божьего. Но даже еще и ранее, годами раньше, в земной жизни Иисуса, очень четко видно, как Он закладывал фундамент для этого строительства. Потому что фундаментом никто не может положить другого фундамента. И является сам Иисус Христос. И так и написано 1 Коринфянам 3:11. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». 1 Коринфянам 3:11. Это фундамент храма Божьего. Аллилуйя. И вот на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, созидается третий храм Божий. Некоторые люди рассуждают, что третий храм это будет тот каменный, восстановленный на месте, где стоял первый и второй храм. Даже если его восстановят, это не будет уже храмом Божьим. Храм Божий, потому что уже есть уже. Он созидается уже 2000 лет. Храм, который намного прочнее и несравнимо прочнее, чем предыдущие. Храм, который созидается из живых камней. В этом его прочность. Из живых камней. Ни один враг не сможет разрушить этот храм. Этот храм непоколебим. Основанием является сам Машиах. И куполом его, завершением его, главою церкви является, опять-таки, сам Христос Иисус. Машиах Иешуа. Он является главою всего этого храма, куполом этого храма, завершением прекрасным. И началом, и концом этого храма. И весь этот храм именуется телом Машиаха. Именуется телом Христа в Библии Нового Завета. Это прекрасное сравнение. Есть разные сравнения Царства Божьего, но это самое прекрасное с телом Машиаха, с телом Иисуса Христа. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, где в этом теле ты и я, каждый верующий, как клеточка в этом вселенском организме. О, аллилуйя! Слава тебе, Господь, слава тебе, Святой, слава тебе, слава, слава, слава. Спасибо, Господь. И в этом наше утешение, особое утешение от утешителя Духа Святаго. И в том же 1 Коринфянам, выше процитированном, только 3 глава, тоже только 16 стихом, там написано, 1 Коринфянам 3:16 написано, «И разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Это есть действительно храм Божий. Тогда он только начинал созидаться. Сегодня, уже в наше время, уже 21 столетие, этот храм созидается как никогда раньше. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. И раскрывается таинство всеобщего спасения, благодати Божьей. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Благословляю всех вас, возлюбленные братья, сестры, дорогие друзья церковной реформации. Для нашей Киевской архиепископии этот шаббат Нахамуда, суббота утешения, является еще и субботой предсоборной. О, спасибо. Сегодня вечером будем завершать шаббат. Давайте вместе завершим его тоже. И начали шаббат в трансляции. Давайте завершим. Завершу тоже шаббат сегодняшней трансляции. Вот вечерний в 6 часов вечера. Вот. И плавно перейдем уже как раз к собору. К молитве, соборной молитве. Вот. И утром в воскресенье, значит, в 9 утра уже завтра, то тогда уже жду всех на Божественной литургии Духа Святаго. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еверехеха Адонай Ваишмареха, Яхер Адонай, Панав Элейха,
Вихунекха и Садонай Панавелейха Веяселеха Шалом. Бешем Иешуа Гамашиах, Иешуа Машехейну, во имя Иисуса Христа Мессии. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, возлюбленные дети Божьи. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Благословляю всех вас! Шаббат нахаму! Шаббат нахаму! Шаббат нахаму! Шаббат нахаму! Шаббат! Шаббат, шаббат, шалом! Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Суббота утешения! Суббота утешения! Погружаемся в Господа нашего! О, спасибо тебе, Господь! Пропитываемся им! Благословен Бог наш! Благословляю всех вас! О, во имя Господне! Шаббат, шалом! Шаббат, шалом!